какой в Мармарисе потрясающий аэропорт и какое здесь все зеленое. Доброе утро! И всех с Новым годом! Мы слева в Турунче, рядом с Мармарисом, в маленькой такой уютной деревушке на юге Турции. Мы приехали сюда на неделю, в этот регион. И последние 4 дня мы проводили в нашем прекрасном отеле. И сегодня у нас наш последний полный день здесь. Я хотела снять сегодняшний день, потому что в предыдущие дни я немножко рефлексировала, думала, чувствовала, и хотелось просто иногда делиться фотографиями, в основном как-то молчать, проводить время слева, вот. А сегодня я почувствовала, что я снова хочу чем-то поделиться, и я хочу снять сегодняшний день, немножко показать вам наш отель. Мы позавтракали уже, вот, и сейчас мы слева арендовали велосипед, вон меня ждет, и поедем кататься в соседнюю деревушку. Я сегодня поснимаю вам наш прекрасный день. Вот так красиво выглядит путь в наш номерок. Ах, небольшой, я забыла кошелек с наличными. И так как банкомат съел нашу карту на островах, мне нужно вернуться за ними обязательно. Madam, this is for you. Thank you very much. Посмотрите, по какой красоте мы едем. Закрываю солнце, чтобы вам было видно хотя бы чуть-чуть. Сейчас локдаун, никого нет. Уже 3 дня все сидят дома. И мы слева едем вот туда, в эти горы. Да, мы как будто телепортируемся в Россию. Чувствуешь грибами? Угу. И хвой. Мы приезжали вот такую красоту и решили остановиться. И я в 5-й раз уже пытаюсь это снять, но наконец-то у меня получилось.
Как красиво. Просто все зеленое. Я даже не могу на камеру это передать. И вон там вот видно старую... Ой, мой палец. Видно старую крепость. Встретили дружочков моих по пути. Оставили свои велосипеды. Сейчас пойдем гулять по развалинам. Ловит связь. Куропаточки. Очень-очень живописно. Мы приехали наконец в Амос. Любуемся на старые греческие развалины в тени олив. Мы сначала с Лео приехали на полпути сюда, потом такие, wait a minute, вернулись по горке назад, а там такие, private beach, и, в общем, это все частная собственность, оказывается. Вот, а мы живем вот там вот, за холмом. Какое счастье я испытываю. King of the hill. Queen of the hill, точнее. Слышно шум волн даже отсюда. И коров тоже слышно. Какая тихая жизнь. Привет! Мы наконец добрались до отеля. Вау! Это были очень долгие 4 часа моей жизни, но это было очень-очень красиво. И у нас как раз собрались. Мы пока не успели все раскидать обратно. Вот, я хотела вам показать наш номер. И смешная история в том, что Лео приходит, и у нас тут кошечка спит. Просто, ну, тут была уборка, и уборщица забыла закрыть окно. И вот тут вот спала кошечка. Я не знаю, это все отряхнуть. Может, он блохастенький, и тогда попросить заменить одеяло, не знаю. Мне он говорит, ничего страшного. Ну, не знаю. Не обращайте внимания на наши ноутбуки и провода. Тут, значит, гостиная в нашем номере. Вот была открыта веранда. И там один хитруган, он уже убежал. Конечно же, туда. Но он к нам много раз приходил. Вот он к нам пробрался через открытое окно. Наша верандочка. Диван. Там вот спальня. Тут мини-кухня. Очень классная. Классный декор здесь. Элементы мебели. Вот. И спальня. Вот ванная сейчас Лео в душе моется. Покажу ее вам чуть попозже. Тоже такая небольшая веранда и выход дальше к отелю находится. Очень симпатичный у нас тут гардероб. И, собственно, вот весь наш номер. Я пришла в спа. Хочу вам немножко показать перед тем, как я пошла сидеть в сауне и лежать в джакузи. Как-то все красиво выглядит. Тут
такой приятный туман из-за того, что очень холодно на улице сейчас, потому что вечер. Очень милые детали во всем. Это, видимо, массажная комната, которая сейчас пустует. К сожалению, на массаж здесь не сходить, но в этой комнате я могу брать полотенце себе. Привет! Мы приехали в Фетхие, заселились в наш отельчик на одну ночь. Я хочу сделать вам мини-тур, потому что здесь просто супер красиво в номере, и чуть позже я покажу вам сам отель, конечно. Называется он Яхт Бахим, что-то там, отель. Вот. И я супер счастлива, потому что посмотрите, какой здесь классный ванный уголок. Вот там душ, там туалет, или наоборот, не знаю еще. Ванная, внимание. Тут. Лео, ты чайник ставишь? Какой молодец. И потом мы идем вот так вот. У нас тут очень миленькая кроватка. Огромный телевизор. Внимание, два мини-бара. И красный, мне кажется, самый лучший у набережной Бодрума. Ой, Бодрума, Фетхия, вид. На море, яхты. Вот это да, Лео. Какая красивая лесенка. В общем, вот такой у нас номер на сегодня и на завтра. И уже завтра мы улетаем в Стамбул. Что я очень счастлива. Какой чудесный уголок. Жаль, что бассейн закрыт, хамам и спа. И все такое. Чудесно. Мы вышли из отеля погулять немножко на закате. Здесь такая красивая растительность. Такие красивые горы. Такая классная набережная. Мы с Лео нарядились немножко, и сейчас пойдем ужинать в ресторан при нашем отеле. Сейчас 8 часов. Pretty late dinner, if you ask me, но я думаю, мы можем себе это позволить сегодня. Очень много путешествовали, очень много ходили. Пришли в тайный какой-то ресторанчик слева, который нас сегодня примут. Мне кажется, нет. Мне кажется, с какой-то, что как бы мы с Лео позавтракали и вышли погулять. Посмотрите, как здесь чудесно. Это просто какой-то яхтный мир. Когда у нас будет яхта, если наконец у нас будет, that will be the place to park. Видны белые верхушки. Ух ты, действительно! Снежок! Именно такой цветок подарил мне Лео на свадьбу к моему платью, если ходила. Это был мой букет невесты. Представляете, это наш слева цветок, он растет тут, на юге Турции.
Мы не можем понять, как он называется, поэтому, если кто-то знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Мы называем его жар-птица. Just because we can. Клево пришли в старый город. Это совсем, конечно, другая картина. Все-таки я. Он такой на горе, и тут... Лача тут вот висят. Тут реально живут люди. Потрясающе. Мы просто телепортировались в Тбилиси. На неделю можно потратить меньше, чем 100. Пришли на наш прощальный обед в ресторан. Это дружественный нашему отелю ресторан, так что мы как гости можем сюда ходить. Сейчас покажу вам такую красоту. Спасибо. Ой, как здесь свежо пахнет. Мы вчера вечером тоже ходили сюда поужинать, но мы не видели вид, потому что было очень темно. И вот сегодня мы его увидим. Да, будем сидеть. Ты мне нравишься. Смотрите, какой у нас уютный вид на всю лагуну. Этот ресторан, он как-то, как он называется, не знаешь? Что там? Юник, да, это при отеле Юник. Это дружественный нашему отелю отель, мне кажется. И мы можем сюда ходить кушать, так как в Турции все закрыто, как я уже говорила. С этим небольшие проблемки. Смотрите, как чудесно. Через полчаса у нас такси, а мы сидим и наслаждаемся. Лео такой: не, я не особенно голодный. Ну, я, может, там кофе попью. Ага.